Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня я вам покажу новое событие под названием Копа Америки. И также я вам вручу бесплатный промокод, с помощью которого вы сумеете получить подарок от EA Sports. Ну а прежде чем я начну, я напомню каждому из вас, если вы от меня хотели бы получить ровно два топовых набора 96 по 99, а также набор 94 по 99, вам нужно набрать ровно 15 тысяч просмотров за сутки. Обязательно поставить палец вверх, написать в комментариях то, что вы принимаете участие, а также вам нужно быть подписчиком моего телеграм-канала, а также YouTube канала. Набирайте 25 тысяч просмотров, разыграю вам еще и звездный абонемент. Но если вы набираете 30 тысяч просмотров, то двоим ребятам разыграю сразу два таких комплекта. Наберете 40 тысяч просмотров, разыграю троим ребятам по два комплекта. Так что покажите максимально актив от себя. Буду проверять на все выполненные условия. Что-то не сделали, сори, придется дать другому человеку ваш приз. Друзья, но если вы испытываете проблемы с покупкой FK поинтов, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине доступны FK поинты в неограниченных количествах. Например, вы покупаете 1000 FK поинтов, на выходе получаете 2000 FK поинтов. Покупаете 5000 FK поинтов, на выходе получаете 10000 FK поинтов. Все акции, которые у нас доступны в игре, вы сумеете их найти у меня в магазине. И самое главное то, что после совершенной первой покупки у меня в магазине, вы еще и получаете бесплатно от меня подарок. Покупка доступна для всех стран СНГ. Нужная ссылка на мой магазин находится в описании, жду всех вас там. Друзья, ссылку, а также сам промокод я оставил каждому из вас у себя в телеге Влад Капуста, так что обязательно подписывайтесь для того, чтобы вы получили халявный подарок от EA Sports. Постоянно промокоды каждому из вас буду выдавать у себя в телеграме. Так что все будет по максималочке. И напоминаю то, что все промокоды, которые я выдаю, они ограничены у нас по времени. Промокод будет на следующей неделе, либо через 2 недели. Я надеюсь на то, что у меня получится договориться о новом промокоде на самоцветы бесплатные от EA Sports. Заходим в игру, и что здесь мы видим? Предоставлено, вы получили ограниченный набор евро. Нажмем на этот подарок, так удобнее будет. И здесь у нас монетки 100 тысяч, а также карточка 87 рейтинга. Делитесь, друзья, в комментариях, какого рейтинга карточка вам выпала. Некоторым выпадали 90+, так что интересно узнать, какого беста вы смогли получить бесплатно от EA Sports. Интересно все-таки узнать. А ну-ка, давайте одну бесплатную награду заберем. 70 по 95. Может быть, тут что-то годно будет, но нет. Подтверждаем. Хорошо. У меня в телеге Влад Капуста у вас есть возможность сегодня принять участие в конкурсе на 5000 плюс 5000 FK поинтов и на 3 абонемента, либо же наборы 97 по 99. Так что покажите сегодня максимальный актив, и только подписчики моего YouTube канала, а также телеграма сумеют принять участие. Результаты сегодня в час. Так что вот давайте прямо сейчас залетайте в мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, потому что только участники телеграма сумеют принимать участие в таких вот конкурсах, там где много победителей в самых топовых розыгрышах, которые только возможно для вас реализовать. Друзья, ну а мы начнем. Пришло время вас познакомить с игроками Копа Америка. Здесь есть карточка Лионеля Месси, Мартинеза, Диаза, Альвареза, Видаля, Бруно, Санчеса, Баляха. Я просто в шоке от представленных игроков. Пулишича. Капец какой-то происходит у нас сейчас. Сумасшедшие имбовейшие игроки нас будут ждать в событии Копа Америка. В событии Копа Америка будет также доступен абонемент с карточкой 97 рейтинга Кафу. Вы прямо сейчас можете сделать предзаказ у меня в магазине. Друзья, вот эта вот прям сумасшедшая карточка должна у вас находиться. Я вам его сегодня разыграю, друзья. Для того, чтобы вы смогли принять участие, вам нужно всего лишь быть подписчиком моего YouTube канала, а также моего Telegram канала. Ну и написать всего лишь один комментарий вот там вот внизу и поставить палец вверх, чтобы программа сумела вас выбрать. Здесь что мы перед собой видим? Мы видим то, что у нас только две главы и все. В первой главе нам нужно будет совместно с вами проходить игры на ловкость. Я думаю то, что вы справитесь с ними налегке. И за то, что вы их будете проходить, вы будете себе фармить жетончики в абонементе. Но в абонементе вы сумеете для себя найти карточку Кафу, плюс еще и дополнительные карточки Маскерано, FK Points и не только. Множество всего интересного вас будет ждать в этом абонементе. И самое главное то, что у вас будут реальные шансы в каждом из наборов подарков выбивать карточку Маскерано. Конечно, не в каждом наборе она будет выпадать, но во многих наборах вполне возможно то, что реально вы станете обладателем бесплатной карточек Маскерано. Можете выбить хоть до 10 штук совершенно бесплатно. Как вам такой ништячок от EA Sports? И посмотрите на эту команду сумасшедшую. Группа A, группа B, группа C и группа D у нас будет.
Каждая из команд будет представлена. Бляха, ну я просто смотрю на эти команды, и это что-то с чем-то. Если у нас будет еще возможность отыгрывать этими командами из различных групп, я просто буду кайфовать от такой возможности, которую нам предоставили EA Sports. Что вы скажете, как вам эти команды? Какая команда вам больше всего нравится? Из какой группы? Мне вот просто интересно узнать ваше мнение. Когда такие вот бесты здесь находятся. Ё-моё. Бляха, вот обожаю, когда делают что-то крутое для нас. Мне это больше всего нравится у нас в игре и в наших разработчиках. И самое главное, всех тех игроков, которые я вам до этого показывал, вы всех их сумеете выбить совершенно бесплатно в наборе. Конечно, если вам повезет. Но, друзья, на этом все дело не заканчивается. У нас есть еще премиальные кумиры в этом событии. И я думаю, то, что вы сейчас все видите, то, что здесь находится карточка даже самого Рональдиньо. Блин. Насколько все круто, насколько все грамотно реализовано с их стороны. Чтобы мы смогли немного от евро отдохнуть, нам еще и добавлено новое событие под названием Копа Америки, которое у нас выйдет в четверг. А событие, вправду, будет грандиозным. С такими-то карточками, которые здесь находятся. Кафу карточка, Лусио карточка, Роберто Карлоса, Кэмпоса карточка, Верона, Зика, Сократиса, Демси. Блин, ну... Не передать словами. И вот смотрите, мы немного правее двигаемся. И мы видим то, что бесплатно в этом событии мы сумеем получить карточку 84 по 99. И помимо того, что мы получаем бесплатно карточку, у нас еще будет находиться здесь 1000 самоцветов. Бляха, ну это красота. И там вот немножко правее, если пролистать, вы скоро увидите то, что там именно будет находиться карточка 91 рейтинга Маскерано. И самое главное то, что с помощью того, что вы так много карточек Маскерано получаете, вы сумеете по максималке прокачать ОВР вашего состава. Это прям 100%, когда такие вот бесты вам выпадают, тут больше ничего нельзя даже сказать и придумать. Помимо карточки 91 Маскерано, у вас будет еще возможность забрать карточку 90+, и карточку 75 по 99. Самоцветы, Маскерано карточка, и вот сейчас вы охренеете, какие игроки здесь будут выпадать. И совершенно бесплатно вы этот набор сумеете открыть. Роберто Карлос, Зико, Рональдиньо, Вальверде, Месси, Винисиус. Вот эти вот все игроки вам смогут выпадать из этих вот наборов. Бляха, я в шоке, честно. И здесь вам нужно будет во второй главе выполнять испытания. За то, что вы выполняете испытания, вы будете получать билеты. И самое главное то, что некоторых игроков, которые вы будете получать в этом разделе, они будут повышать свой рейтинг. За то, что они будут показывать себя на достойном уровне в различных матчах. Забивать голы, делать отборы. Вот это вот максимально имбово. Конечно, рейтинг 92-91 не особо интересный. Я надеюсь на то, что рейтинги их будут повышаться пипец как до 97, до 98, до 99, но походу максимум плюс 3. Плюс 3 это точно не интересно. Но для обменов такие карточки 100% всем нам подойдут. Что скажете, как вам? Да, понимаю то, что основной немного покруче, чем этот, но что есть, то есть. И у нас постепенно будут различные этапы открываться. И вы сумеете в этих этапах получать дополнительные карточки игроков. Главное меню, к сожалению, у нас не поменяется. Но зато вот таким вот образом будет выглядеть у нас менюшка Копа Америки. И плюс у нас еще появится новая глава героя с карточкой Винсента Компани. Совсем скоро я вам эту главу покажу. Абсолютно все характеристики новых игроков я сброшу каждому из вас у себя в телеге Влад Капуста сегодня. Очень богатое событие на карточке премиальных кумиров. С высоким рейтингом вправду. И плюс еще здесь же будут наборы за самоцветы, которые вы сумеете подкрывать и побороться за топ-карточки. Все сделано на супер высоком уровне для того, чтобы вы кайфанули от этого события, от Евро-2024, а также от Копа Америка. И вот таким вот образом у нас выглядят игроки национальных сборных. Месси, Санчес, Видаль, Вальверде, Диас, Араухо, Эдер. Друзья, полные характеристики абсолютно всех игроков я покажу вам у себя в телеге Влад Капуста. Не переживайте, все там будет находиться. Чтобы вы знали, на каких игроков вам стоит рассчитывать и как вам поступать. Карточка Месси на позиции нападающего, это пипец, это разрыв полнейший. И давайте быстро пройдемся по новой главе с карточкой Винсента Компани 96 рейтинга.
Друзья, в этой главе вы сумеете получить бесплатно не только его карточку 96-ю, а также еще и карточку Маскерано. Пока что вот просто вот радует, очень много карточек Маскерано мы сумеем собрать из Евро-2024 и плюс еще из события Копа Америка и события героев. Пока что я могу сказать только то, что есть спорт молодцы. Да, нужно будет ежедневно проходить квесты, да, нужно будет проходить игры на ловкость, но я думаю то, что мы с этим справимся налегке. Я думаю то, что все вы заметили то, что у вас будет выбор забрать карточку 90-94, либо же карточку Маскерано, или же карточку Винсента компании. Напишите в комментариях, что вы будете забирать бесплатно. Здесь вам абсолютно любые игроки 90-94 вам могут выпасть. Что скажете, как вам эта глава, нравится ли она вам? Друзья, напомню то, что промокод новый вы сумеете найти у меня в телеграме Влад Капуста. Он ограничен по времени, так что жду всех вас у себя в телеге. Ну и друзья, если вам понравился сегодняшний видос, обязательно его лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, принимайте участие в конкурсе и становитесь обладателем бесплатного звездного абонемента Копа Америка с карточкой КФУ, либо же делайте предзаказ через меня, через мой магазин. По предзаказу вы получаете намного раньше абонемент, нежели чем все остальные. Все, ребята, большое спасибо каждому из вас за просмотр. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!